В ночь на 30 июля интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении подверглось приграничное село Горалар Товузского района Азербайджана. В результате очередной армянской провокации был нанесен серьезный ущерб гражданским объектам, пассивным участкам и личному хозяйству населения. Наиболее подвержена обстрелу была верхняя часть села. По словам местных жителей, армянские военнослужащие прибегают к подобного рода провокациям во время пассивных работ. Однако, несмотря на массированные огонь, сельчане продолжают заниматься пассивными работами. В приграничном с Арменией селе Горалар Товузского района Азербайджана в 43 домах проживают 242 человека. Армянские военнослужащие разгромили все. Как вы видите, прострелены крыши домов. Они обстреливали дома, целились в мирных жителей. Они стреляли и раньше, но на этот раз огонь был открыт из крупнокалиберного оружия.